вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И прежде чем я начну это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И подписаться на мой канал в лайке. Сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект зеркала, или его еще называют зеркальный эффект. Суть заключается в том, что вы снимаете себя и ваше отражение, но ваше отражение вас не повторяет. Давайте посмотрим пример. Снимаем два видео в разной одежде. В первом видео вам нужно взять картон зеленого, синего или красного цвета. Можно взять обычную цветную бумагу, как вот у меня. Главное, чтобы оно не сочеталось ни с чем другим на вашем фоне. Этот листок и будет нашим порталом. И ваша задача будет придумать движение, как вы будете его водить. А во втором видео вы переоденетесь и танцуйте, или делайте, что хотите. Для начала поставим наш телефон на штатив или где вам удобно, чтобы телефон был неподвижен. Заходим в лайк и снимаем наше первое видео. Выберем музыку. Второе видео и тоже сохраняем в приватное. Не забываем переодеться. Выберем музыку. Нажимаем на All и выбираем наше второе видео. Дальше нажимаем на Layer, выбираем видео и выбираем наше видео с картоном или с листочком. Подгоним наше видео по размерам, чтобы два видео были одинаковыми. Выделяем видео с картоном. В окошке ищем хромакей. Включаем его ползунком Enable и выбираем цвет нашей бумаги. И теперь ползунками настроим наше видео, чтобы была прозрачная только наша бумага. Kiss and make up. Don't treat like you touch nobody. Put your hands on love.
видео в галерею. Вот и все! А для того, чтобы обрезать наше видео, заходим в InShot, нажимаем видео, создать, выбираем наше видео, нажимаем размер, выбираем мюзикли и ползунком подгоняем размер. Когда вас все устраивает, нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Сохраняем! Теперь наше видео можно загрузить в Line. Помогла? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А еще подписывайтесь на мой канал в лайки и пишите хэштег Снежана Снежок. Я обязательно зайду и лайкну. Пока-пока!